Четвертый год неравнодушные северяне дарят новогоднее настроение детям в больницах. Волонтеры доставляют ребятам коробки храбрости, боксы, наполненные подарками. Когда ребенок, получив внутримышечную инъекцию или перевязку, которая была болезненна, после этого получит какой-то приятный или полезный подарок, для него это будет стимулом для того, чтобы развивать в себе такое чувство, как храбрость. В них есть развивающие и настольные игры, пазлы, раскраски, детские книги, наборы для творчества на любой вкус и возраст. Все это должно помочь маленьким пациентам скрасить однообразные дни в палатах. А сегодня в каждом уголке нашей большой Мурманской области все знают и ждут именно вот такой акции. И с большим удовольствием приносят кусочек своего сердца, своего тепла для того, чтобы помочь нашим деткам быть храбрыми и быть здоровыми. Специальные боксы ставят во всех городах и поселках области. Порадовать детей может любой желающий. Главное, чтобы все вещи были новые и в упаковке. Это обязательное санитарное требование. Кирилл Гропиняк, Борис Савельев, ТВ-21+.